Наказали всех. Туристы не понимают, почему за проступки авиаперевозчика должны отвечать именно они. Приступили к очистке от ила. В Саратове начались работы по поднятию ледокола, затонувшего полвека назад. Еще 2-3 дня и затопят. Чиновники предлагают горожанам померзнуть лишь чуть-чуть. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ «Саратов» в 19:00.